Ну что ж, немножко другое видео. Сейчас вам покажу действующую антенну. Не просто антенну, а золотую антенну. Ну, во-первых, мы видим здание, очень напоминающее смесь стилей готического и, можно сказать, старорусского. Хотя какая разница, ведь это одно и то же. Приближаемся. Смотрите, какое здание, какой домик. Вот там вот главная цель визита. Вот она. Видите? «1913» российское судное. Что судное? Казна. 1916. Ну что ж, смотрим на главную часть. Обратите внимание, сколько здесь колонн. То есть каждая колонна состоит из, по-моему, 6 пирамидки, шары. Наверху много пирамид с шарами. И вот это главное, вообще главное. Помните, я вам сколько показывал на иконах, это есть, ну, на картинах художников Возрождения. Вот она какая. К слову, такие же золотые антенны мы видим на храме Василия Блаженного в Покровском соборе. Они также есть на других похожих храмах. Например, храм Живоначальной Троицы в Останкино. Мы видим на шатровом входе на второй этаж такую же антенну. Вспоминаем великолепного Каналетто, художника Возрождения 17 века. У ангела есть посох, его навершие также золотое и очень необычное. А также вспомним золотой скипетр Бога. Он еще круче. Множество буд или подвижников со странным навершием прямо на голове. Да и сами не все золотые. Есть также храм золотого Будды. Есть храм, у которого множество золотых антенн. Что же это может быть? Но это как-то связано с силой золота. Что делают здесь эти витиеватые антенны? Но я думаю, что создают какие-то вибрации, окружение, энергии для того, чтобы здесь все было хорошо. Обратите внимание, какие там создаются вихри. А на конце он прям буквально заострен. Ну и само здание такое же, со множеством вихревых потоков. Видите? А сколько пирамидальных структур вот здесь, на самих стенах. Окна особые, тоже с узорами. В общем, еще раз показываю вам антенну. Внимательно ее рассмотрите. Атмосферные технологии, действующие, структурируют очень круто. Но это для Ильи надо. Ему сюда надо съездить. Вот так вот, друзья, вот такая казна. Ну и там, конечно же, тоже пирамида. Дойдем поближе. Посмотрим на колонны. Капители. А вот там что под сводом? Вон там что под сводом. Видите?
знаете, выход где? Поставили лампочку с другой частотой. Но это не важно, здесь все равно все работает. Высокий вход. Официальная табличка. Памятник архитектуры. Судная казна, 1914-16 года. Покровский Нилус. Архитектор Покровский, инженер Нилус. Вот так вот. Обрамление окон, смотрите, какое. Обмоточка. Вот с этой стороны лучше видно, кстати. Солнце как раз зашло. Давайте посмотрим на арку. И что под сводом. Спасибо принцессе. Как всегда. Это вообще круто, просто круто. Пирамидки. Со стороны антенку поближе. Просто ее рассмотрите. Фигня стоит такая фигня. И сейчас будет опять видно и те шпилечки, и заборчиков, и красивые красивых шпилечков. Один резонатор. Решеточки классные, вообще супер. Цветочки типа. И типа антенны Вивальди, вилочковые кресты наверху. Спиральки. Один, второй, да, и много спиралек. Я больше спиралек не вижу. Вот такой же, вот. Точно такой же. Там другой. Этот видишь с этим? Трезубцем. Да, и трезубец тоже интересен. И вот базы. Вот типа маяк там наверху. Вот так в Непале. Такой же. И тоже, видишь, эти трезубцы и базы со львами. Но без львов никуда, как я и понял. Наверху, видишь, как факел, там явно пламя попадает. Но это символичная энергия, показывают. Видела он прямо над окошком такой гулял. Очень интересно наверху. Два бюста, а за ними, смотри, в нишах, два мужика. А вот одинаковые это мужик или разные, я понять что-то не знаю. Где? Вон там, по центру. Какие роскошные решетки, а? И орел. Вот. Там просто будет его видно прям вот там. Классная решеточка. Классная просто. Обычный питерский дворик с фонтанчиком монолитным.
Вот так это все раньше работало, когда этот фонтанчик делали. Что мы видим? Мы видим хорошие такие красивые оградки. Не, это все оригинальное было. Ну, подреставрировали. Ну, да. Ну, его потому что реставрировали. Ну, что, покрасили. Вот. Одна хренька и вторая. Розеточки, излучатели, антенны Вивальди. А это типа труба? А это труба, да, вибрация идет вверх. Гонит. Ага, и вот, смотри, дальше начинаются эти вот штуки. Вон еще одна. Ты ее, наверное, не заметил. Да, да, уже. И вот там такие антенки спиральные. Класс. Ну, конечно. Реально? Как так там крест не поставили, я не знаю. Упустили. У меня такое ощущение, что эта штука уже сделана новоделом после реставрации. Ну, наверное, по эскизам былого. Ну, это моя версия. И оно, смотри, чуть сдвинуто. Да, вбок. Чтобы все-таки волн нет. Так сдвигать имеет смысл только то, что работает, чтобы оно не работало. То есть такое ощущение. Шишечка, да, класс вообще. Светились. Роскошно.
отличненький резонатор с птичкой. Отличные рупоры, динамики вообще мощные. Пожалуйста, яблоко и шпиль. На этом, на иголке вихрь образуется эфирный. Ух ты, красота какая. Каска и две змеи. Адрес. Пестеля 16. Пестеля стрит. Ну это антенны. Хоть стреляйте, одинаковые антенны. Тюрьмы с прахом и так стоили. Но это конденсаторы атмосферки. Конденсаторы. Конденсаторы. Все. Раз. Шишечки. Лепесточки, как энергия шла. Вот здесь просто море было, она стекала. Пожалуйста, резонаторы, волноводы, рупорная антенна и собиратель статики. Вот он, вот он, вот он. Это для статического электричества, как и на высотках в Москве. Совпадение? Не думаю. It's just... Решеточки, наверное, чтобы никто не залез, да, на такой высоте. И тут решеточки. Это какие-то емкости, и тут решеточки. Вот это вот не случайно. Роскошные тут согласовательные элементы, согласующие. Вот он, собиратель статики. Резонаторы с чайками. Чайки, наверное, встроенные. Звезда, не советские. Резонаторы, еще одни излучатели под каждым окном. Что за нафиг? Вот зачем так строили, а?
вот труба. Вот нахрена она? И это явно не труба. Потому что только дыма не нужно. Даже от большой котельной. Вот тут что-то было. Конечно же, просто зачем выступы делать над таким куполом, я не понимаю. Если кто-то знает, зачем делать выступы, пожалуйста, напишите. Шар и непонятно что для сбора атмосферки. Креста нет. Also dome. But no cross, because it's not for praying. Не для помолиться, естественно. А если бы тут было чуть-чуть побольше места, наверное, бы впендюрили крест и назвали бы это церковью, придурки. Вот покоя мне не дает это здание. Вот эти вот прекрасные собиратели статики, статического электричества. Конденсаторы между ними, собиратели статики, да что такое? Пожалуйста, антенны Вивальди, конденсаторы и собиратели статики, вот они, собиратели статики, ёжики. Техническое сооружение просто-напросто. С крыльями. Вот как он может летать? Мужик лежит, ваза. Тетка с сиськами держит два линка каких-то. Самый интересный лоуд. Шарики на крыше. Шарики на крыше. Просто для красоты. Там никто не видит их.
Льву что-то не хватает. Something is missing, он за домом. О, резонатор, круглый, розетка, Rose Windows. На доме, не на церкви. Вот мне кажется, это старый маяк, старинный. Естественно, заземление выше контура. А вот это что? Зачем вот эти дырочки? Штука выглядит очень старой. Шишечки. Крестики с резонаторами. Согласующий элемент, антенны. Лучи статику собирают и шпиль. Наверху. Какая красота! Пластика. Свастика над окнами. Наши старые добрые конденсаторы атмосферного электричества, как и в Москве. Вот символы. И вот они конденсаторы. Пожалуйста, на крышах. Крышное атмосферное электричество. Вот они. Никакие это не урны для праха. Обычный дом. Сейчас посмотрим. Окошки, чтобы держать частоту, фазоинвертер. Это обычный дом, но поскольку есть купол, ну, пришпендюрили зачем-то крестик. Вот нахера? Я не знаю. Ну, раз купол, то получается помолиться. Ну, конечно, для другого же не строили. Не так строили.